Да просто там тобой управляют интеллект, а ты как в компьютере идешь. Отлично. Куда ты Как шел? в игре компьютерной. Куда ты шел? Смотри, вспоминай. Ну, раз образы пришли, Дума там с оружием. В кого стрелял, вспоминай? Что за оружие? Там пульки вылетали или что? Или сабли крушил? Не только. На какой-то такой, типа бластер, такой здорового. Ты там один с бластером был? Не один, там целый войск. Как они выглядели? Смотри. Мне вообще образы приходят, что они как таких роботизированных как бы идут. Как выглядит? Как не дроны, а как они называются? Ровно такие. Я называю биомехи, да. Кибернетические такие штуки. Биомех, да. Окей, тоже с куб с таким типа. Куб, не куб, как это. Стекло лобовое. Как выглядит? Какого цвета? Какой формы? Но сами эти корпус такой зеленоватый, это прозрачное стекло. А за прозрачным стеклом что видишь? Может, ты планета такая гористая. А на планете что? Кто-то движется, бегает. Ну да, какие-то существа тоже подбегают. Как выглядит? Вот не вижу. Врать не буду. Хорошо. Смотри, как выглядит еще. Твои руки, какие команды, через что связь держал. А там все подключены к этому компьютеру. Все можно. Хорошо. Что за компьютер? А компьютер? Почему компьютер? Команды отдает. Кто-то отдает команды компьютер? Ну, он как этот интеллект искусственный, там такой, как субстанция такая, знаешь, цветовая, светящаяся. Приливающая такая, приливающая. Субстанции этой светящейся кто-то отдает команды? Вроде сверху оттуда. А откуда это? Там тоже корабль же какой-то. Смотри, какой. Треугольный же какой. Или такой даже. Много треугольников. Из многих треугольников такой. Почему он из многих треугольников? Ну-ка смотри. Ну, как хрусталь, не хрусталь, а делают такой. Треугольники это отдельные корабли, либо части этого? Нет, это он сам как вот. Был кубик Рубика, а была еще вот такая, знаешь, из треугольников. Да. Форма какая, то есть круг такой из треугольников, да? Или нет? Не круг, он больше как овален. Как яйцо такое из треугольников. А почему из треугольников?
Ну так вот, вижу. А Увидел, сейчас мы все про. что там в этом корабле, который... Ну, смотри, времени нет. Ты до сих пор подключен к этой сети. Поэтому тебя и заблокировали, чтобы лишних сигналов не было и команды. Нет ни времени, ни расстояния, на самом деле, для этого типа связи. Оно имеет плюсы и минусы. Вот Ну там минусы. женская особь сидит. Ну, смотри, что за женская особь. Такая тоже с несколькими этими руками. Ну, описывай дальше все, что видишь. Ну да, несколько рук, башка здоровая. Как Глаза башка такие. выглядит? Такая расширяющаяся, треугольник тоже похож. Хорошо. И глаза по бокам такие здоровые. И рожки эти похожи. Ой. Будь здоров. Спасибо. Будь здоров. Красота прям. И что дальше, рожки? Да, что Да там? будь здоров. Там Ну, вот она что? там команда. О. У меня такое. Такой многогранность треугольник в корабле. Хорошо. Я пойду водички налью, Мона, дальше сама веди. Хорошо. Какие команды она отдает, Костя? Какие ты принимаешь команды от нее? Вот, захватывать. Что? Захватывать планету. Ну это все эти войска. А твой корабль как выглядит? Или ты не на корабле? Где ты находишься? Расскажи. Нет, я смотрел, когда вот во втором теле Да, во втором теле ты что делаешь? с этим бластером третьим второго. То есть ты ходишь по планете? Ну да, там такая, идут такие, стреляют. Кибернетических этих костюмах. Она прям там находится, искусственный интеллект, ты обозначил ее. Она прям там находится, где, в чем, расскажи. Ну вот компьютер с искусственным интеллектом, он вроде как на планете стоит, она уже в космосе, там на корабле. Там высоко. А с кем вы там воюете на этой То есть планете? она может быть вообще в другом измерении. Понятно. А с кем вы там воюете на этой планете? Даже мне не идет никак, вижу, что стреляли. Ну вот, в кого ты стреляешь? Ты же в кого-то целишься. Но мирные, не военные, мирные какие-то. Хорошо, как мирные выглядят? Ну, тоже какие-то не люди. Вот смотри, ты в прицел одного поймал, смотришь, ты же в него стрелять будешь. Как он выглядит? Опиши. У меня шли образы опять этой улитки, что ли, какой-то, а сейчас я пропал опять. Ну смотри, у тебя в руках оружие, у тебя шлем наводящий есть, да? Как ты видишь то, в что ты будешь стрелять, того, в кого ты будешь стрелять? Тоже какие-то, типа, что я говорил, это про первого себя.
с этими несколькими лапками такими. Опиши. Ты же видишь ее сейчас хорошо, сейчас уже больше ничего тебе не мешает. Опиши, Кость. Ну интересно же, ну скажи. Я вижу, говори ты. Ну тоже какие-то глаза на рожках такие. Как гусеницы. Прямо ходячие? Да, скорее да. Это мы смотрим, Илья, с кем они там воюют. Да, низы самые. Еще до меня рой, похоже. Да, да. Похоже реально на гусеницу. Все очень примитивно. Еще миры насекомых зачищают. Третья, четвертая и седьмая вселенная. Вот пришло. Но до седьмой мы еще не добрались. Рассказывай. Сторожил ты наш. Я вас не утомил, а то мне уже как-то стыдно. Ты нас подзаебал, но мы терпим, потому что надо. Новогодние праздники вам тут. Я-то рассусоливать не буду. Сопли жевать как моно. Давай, работай дальше. Да что все не так модно-то? Ладно, моно. По сравнению с ним все так, вообще идеально. Так я что, получается, много знал, что меня так... Ты не получается. Вы зафигачили. Вот, судя, потому что сейчас говоришь, у тебя ничего не получается. Вспоминай дальше, не отвлекаешься много. Работай. Может, хорош? Ты а далеко не хорош. Даже как... не льсти себе. Нет, я имею в виду сегодня. А то как-то для меня шоки какие-то. Вдохнул, что... наполнился, нисходящий поток. Что я такая нечисть, оказывается. Промылся. Промыл все. Я-то себя человеком считал. Человек это звучит гордо. Да, оказывается, нечисть такая. Это не про тебя. Давай, Костя. Давай. 3 минуты на смешариках и работаем дальше. Этот, может, посмотрим, поясницу. Да хоть жопу. А поясница это рептилии уже получается, скорее всего. Почему? Кто тебе сказал? Опять ты так решил? Надо посмотреть. Смотри. Не, я по ощущениям думаю, что рептилии подключили. Ну, давай смотреть. Третью вот возьми. Ощути ее, проведи рукой по спине, почувствую, где третья подключка. Ты говоришь, поясница, по-моему, ниже. Копчик, да. Ну да. Это как Илья говорил, что вот это подключка... Хватит, что Илья говорил, смотри сам. И ты всех, кто туда говорит, тащишь. Любую херню нести, лишь бы не работать. Хватит. Лишь бы не по делу. Убери потом эту защитную реакцию. Кулак занёс подо мной, говорит, Сейчас я когда. Проведи. Мало не покажется. С ним вот так вот. Работай, сопляжуй. Лучше виртуальности общаться, а то он может реально так. Тебе повезло, что далеко относительно. Но расстояния нет. Я тебе так уже 2 подзатыльника отвесил. Были бы мозги, было бы сотрясение. Работай. Давай третью подключку. Ты говоришь в районе копчика. Ощути ее, смотри, что ты, как чувствуешь. Вытаскивай, описывай. Ну, тоже штекер какой-то воткнут. От него идет тоже канал. Хорошо, куда идет канал, трос? Трос такой. Вроде вниз куда. Смотри, куда. Дерни за него, кто там на другом конце провода. Под землю же куда-то. Смотри момент, когда тебе его поставили, когда ты с ним взаимодействовал.
Давно уже тоже. Угу, смотри. Несколько тысяч, тысячи две, наверное. Хорошо, смотри и описывай, как ты выглядишь. Там змеи какие-то идут. Возьми одну змею, ткни в нее Палкой. палкой, она меняется. Ну, там даже идут вот, с несколькими головами они такие. Хорошо. А ты как выглядишь, Костя? Ты Тоже что? как змей. Да? Потому и под ключком. Сосредоточению нервного центра, то есть тебе это копчику соответствует. Смотри, как там были соединения. Описывай планету. Что было уроя на этой планете? Это вроде здесь уже даже. Почему так думаешь? Ну, потому что под землей там что-то база такая. Ты Это не здесь значит, что таких здесь. змей видел? Не придумывай. Это база планетарная роя. Функция этой базы, смотри. Ну, она под землей, это не на Да, земле. Это. описывай. Не хочу туда спускаться, что-то. Как-то Ты нехорошо. там уже. Не хочу тебя Ты уже расстраивать. Да. там, смотри, что там. Да темно там. Угу. Подсвети, у тебя фонарик есть. Разное оборудование тоже какие-то. Какое? Конструкции какие-то, понятно. Функции. Раз ты там был, тебе все было понятно. Сейчас просто нужно принять информацию. Тоже управление нам какое-то. Без Нарна и без Наяну я не знаю. Принимаешь информацию, описываешь нам. Смотришь, что мешает, скобы какие-то убираешь, описываешь. Работай. Вроде как металлические люки всякие. Для чего? Хранение что-то. Что? Костя, твои функции. Энергетическое, конечно, что-то хранят. Хорошо. А твои функции? Что ты там делаешь? Тоже охраняю что-то. От кого? Ну, от тех, кто на поверхности, если сунется. А кто на поверхности? Поверхности какие-то цивилизации. Какие? Вот тебе же не вся цивилизация сунется. Кто-то один от кого ты охраняешь. Опиши. Ну, мне как нордики пришли сейчас. Как они выглядят? Опиши. Я не знаю, вот что это. Нордики? Угу. Ноги светлые, светлые, высокие. Светящиеся. А как ты защищал? Хвостом отбивался или что-то? Чем-то еще? Нет, там экран такой стоит энергетический.
ты в этот экран смотрел или... Там оборудование, экран отключенное. Твои действия при нападении, вспоминай. Ну да, я смотрел, чтобы не лезли. И что делал? Вот они лезли. Команды какие? Что-то настраивал там оборудование. Вспоминай, как это выглядело. Такие лапы у меня с когтями, и что-то там кручу. Сколько лап? Ну, вижу две. Не, вижу, ты сначала одну увидел, лапу такая с когтями. Она на тумблере или как. Хорошо. Сколько таких, как ты, было под землей? Ну, там огромная база вообще такая вся. Большая. Когда она появилась? Давно очень. Что на базе происходит? Но у меня я как на верхнем уровне, а там многоуровневая. Ну вот там ниже тебя что? Ну, я не вижу, не можешь доступа нет. Ну связь-то у тебя есть, посмотри, с кем ты там связываешься. Ну у меня функция охраны, я охраняю этот верхний. У тебя связь верхний есть? Уровень. Штекер-то у тебя есть, с кем ты связан по этому штекеру? Тоже шипит там компьютер внутри. Что внутри этого компьютера? Кристаллы, что ли? Кто что отдает тебе команду? Смотри, рассказывай. Там рептилии. А как ты определил? Как ты определил, что это рептилии? Ну как-то само пришло. Откуда? Ну, образы такие. Кто тебе транслирует? Ты увидел рептилию в компьютере или нет, как нет. Ты решил? Компьютер отдельно, а вот где вот это вот? Смотри, у тебя есть связь, с кем ты связан, кто отдает тебе команды, приказы, с кем ты взаимодействуешь. Приказы компьютера. Внутри компьютера кто, что? Через компьютер. Компьютеру кто приказывает, кто в него думает, возможно. Мыслями. Чьи мысли в компьютере? Чье сознание? Ой, ну там что, ну, вроде как кристаллы и пирамида такая. Кристаллы потрогай. Что за кристаллы? Информация сразу придет. Даже если ты не знал тогда, времени нет, ты сейчас можешь спросить, получить информацию. Ну он такой, связь. Тоже что, лучи из него идут. Откуда кристалл? Ну не земной вроде. С той же планеты, где ты
тогда находился, то есть сейчас находишься? Сейчас Нет, имеется в виду нет. ты в теле той Змеюки. змеюки, да, с лапами. С когтями. С когтями, да. Я что-то не понял, то ли он не понимаешь. Компьютер квантовый, там мгновенно, у тебя к нему есть доступ. В Рое не было ограничений, все свои были почти. В раннем тем более. Ты сейчас имеешь к нему доступ, то есть ты сейчас можешь получить информацию. Любую, математическую и прочую. Это на образование, на потом. Сейчас просто вспоминай, учись с ним взаимодействовать, ты умел. Запрашивай информацию, ответ приходит. Кто ты, твои функции. Запроси сейчас. Ну, там охранные функции. Молодца, ты научился выключать мысли, научился работать. Все, смотри. Даже без фантазии. Ты просто делаешь запрос и получаешь ответ. Вот так и надо действовать. От кого? Кто угроза? Мне идет. Я вот на компьютер смотрю, он как пирамиды светящиеся, эти кристаллы такие вокруг нее. Да, квантовый Как компьютер лучи идут. Так. на кристаллической основе. Сейчас только такие начинаем делать. Рой дает нам технологии свои по чуть-чуть. Они выходят. У саудитов такое есть. У Южной Кореи чуть-чуть. Смотри. И вот он под землей находится, там, глубоко. Да. Какие функции у этого квантового компа? Зачем его под землю запихнули? Он тоже управляет. Чем-то управляет. Тима, ну смотри, комп, изучай кристалл. Да я вижу все. Что там смотреть-то? Да. Можешь вы рассказывать, а то вы меня мучили, измучили все. Нет, вообще. Надо тебя измучить. Да, Илюх, ты хуже, чем хирург. Вообще меня всего сегодня искромсал. Будем считать, что это комплимент. Ладно. Небольшой перерыв.